Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, я, Russian Fear, и мы с вами продолжаем наше выживание в игре Valheim. Так, что нам надо? Надо построиться, построить все, что я задумал. Так, нам нужен камень. Ой-ой-ой, какую я дырку здесь сделал, неудачно копнул. Ну да ладно. Так, камень у нас есть. Поехали строить. Нам нужна плавильня. Тут две дырки по бокам, да, получается. Давайте вот так поставим тогда ее. И нужна вот такая вот. Вот такая вот штука. Она ставится у нас, получается, на улице. И вот так. Да, на этом постройки у нас заканчиваются. Как у нас плавильня работает? Разберемся, ладно. Дерево у меня вот здесь сложено. Что у нас ложится в нее, непонятно. Ладно. Сюда. Так, например, 50 дерева, если мы возьмем на 7. Использовать древесину с чем? Печь. И куда она делась? Непонятно. А, добавить. Вот, добавить. Дерево надо нам, да? Так, ладно. А куда у нас то все делось? Я вот этого не понял. Так, теперь понял. Так. Отлично. Тут жар пошел у нас, да? Туда я почитал, туда у нас надо уголь. Уголь и где наша... То, что мы добывали. Вот, например, возьмем вот это и вот это. Так, ворон, поместите сюда необработанную руду, чтобы избавиться от примесей и получить кусок очищенного металла для обработки в кузне. В кузнице. Чтобы разжечь плавильню, вам понадобится уголь. Чтобы получить его, постройте печь и заполните ее древесиной. Но мы это сделали. Уголь. Вот так. А сюда. Вот так. Ладно. Тут у нас. Ага, угли у нас вываливаются просто здесь. Понятно. А как у нас... Я ее неправильно поставил, видимо, да? Да сейчас, подожди.
Вот, медь у нас с этой стороны вываливается. Сейчас разберемся. Время от времени монстры будут вторгаться в ваш лагерь. Мощность оружия не гарантирует вам победу. В таких ситуациях постройте сильную оборону, чтобы выдержать нашествие. Ну, понятно. Так, давайте сначала вот это переложим, все дело. А теперь надо построить заново, получается, да? Да. Вот так вот нам надо его поставить. Добавили туда уголь. Все, тут дело пошло, да? Тут у нас дело тоже идет. Там что-нибудь вывалилось, нет? Нет, не вывалилось. Давайте смотреть теперь, что дальше нам надо построить. Кстати, надо как-то закопать же здесь, да, это все дело. Вот так, во, пойдет. А, так. Олово. Понятно. Что мы можем нового сделать? Строительство ни хрена нового, мебель ни хрена. Здесь что смотрим? Оленемор. Оружие, достойное богов. Удар от него невозможно спутать ни с чем другим. Кремниевое копье. Факел. А где все остальное? А это что такое? Медь. Чистый слиток меди. Может быть весьма полезно. Невозможно телепортировать. Невозможно телепортировать. То есть мы можем здесь делать какие-то телепорты, как я понимаю. Но сейчас нам надо заняться именно защитой. Давайте тогда эту серию посвятим защите. Так как построить мы вроде бы, как я уже проверил, ничего не можем. Нам надо строить чистокол. А ворота мы можем построить или нет? Непонятно. А, вот. Медь, верстак, древесины, кузницу сделаем и уголь. Но меди у нас столько не будет, это факт. Так, давайте это все будем выкладывать вот сюда тогда, эти слитки. Потому что, как я понимаю, они довольно-таки тяжелые. Так, где у нас тут мед? Ядра пока сюда. Так, хорошо. Камни сюда. Глаза. Не, глаза у нас не здесь, по-моему, да? Да, глаза вот здесь. Уже 50, их уже девать нам некуда, в принципе. Так, это все на рожок пойдет. Это олово, 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 олово сюда. Так, а дерево я выложил, да?
Да, дерево надо сжечь, пока есть возможность. Также надо не забыть сделать стрелы. Стрелы. Что нам надо на стрелы? Перья, древесина, смола. Что у нас не хватает? Дерева, да? Ну, пойдем за деревом. Дерева нам надо будет сейчас достаточно много, я думаю. Потому что теперь на нас будут нападать, нам надо строить защиту. Давайте вот так, вот так, вот так пока что. Смолу отдай. К обороне нам надо подготовиться. Так, березу мы не можем свалить, насколько я помню. Рубка древесины у нас прокачана вообще, как у богов просто. Но я прокачался еще примерно... Вот здесь вот я строил, вторая база такая мини, у нас есть там дом. Дом, костер, сундуки, верстак обычный есть, больше там ничего нет. Так, пойдет. Сколько у нас уже? 30 всего. Да, дерево сложно добывается довольно-таки. Дерево мы сейчас сразу же с вами нарубим. Я думаю, стака 2 этого нам хватит, чтобы построить защиту. Коль мы сюда пошли. Возьмись. Привет, маленький. Чё хочешь? Я так и думал, что ничего. Ну, игра, в принципе, да, затягивает. То, что надо постоянно пытаться делать что-то новое, это достаточно прикольно, я считаю. Воу, что-то я тут наворотил. Ну, коли есть бревна, что бы их не разрубить, да? Так, перевес, ладно. Давайте строить защиту. Верстак. Так, нет, вот такой. Так, стоп. Надо как-то все по-умному делать, правильно?
Это у нас кирка. Нам надо выровнять, а не поднять. Чтобы мы могли спокойно поставить себе забор по всему периметру, правильно? Ну, по периметру верстака имеется в виду. Где мы будем делать выход, пока я не придумал. То есть все-таки они будут к нам приходить даже сами, получается. Это даже хорошо с одной стороны, потому что чтобы нам никуда не бегать, все будет на готовеньком. Давай, нам надо, чтобы у нас больше была выносливость. Ну, пока так сойдет. Поехали. Так, ворота, я думаю, я сделаю вот здесь, а там выход к воде, он будет как-то более открытый. Да, забор, кстати, цепляется друг к другу, это хорошо. Стоп. Так, вот здесь вот надо выправить маленечко. В принципе, я думал, что это будет как-то все дело посложнее, а оказывается, что все довольно-таки просто. И это хорошо. Так, ну здесь просто такую дырку сделаем. Дерево кончилось, понял. Давайте починим. Наше все. И вот мы почти укрепление сделали. Но опять же, как делать ворота, вот это вот вопрос. Вот это вот надо все расчистить, чтобы не мешало обзору. К тому же нам говорят, что тут целые орды на нас будут нападать. А вон, кстати, бегут. Но это я не думаю, что это орды. Я думаю, что это обычные мелкие гоблины.
Пока что мы можем делать только деревянное укрепление, получается. По периметру можно сделать шипы даже, чтобы они не подлазили, да? Слишком близко к нашему жилищу. И будет вообще красиво все, по красоте. Да вы достали. Сколько можно вам уже одно и то же объяснять? Так, давайте попробуем сейчас поставить шипы как раз. Где они? Цельная древесина, понятно. Это пока мы не можем сделать, значит. Но опять же, как строить ворота? Или мне не по глазам? Конечно, мне не по глазам. Все можно строить. Так что сейчас тогда маленечко переделаем. Так, ну здесь какие-то низкие ворота у нас получатся. Вот так вот. А вот так вот. Вот так вот. И дальше так же. Правильно я понимаю? Да, правильно. Блин. Вот так вот. И поехали дальше. И чё ты не цепляешься? Секундочку. Продолжаем. Отвлекли меня маленечко тут. Так. Опять дерево, да вы издеваетесь. Ну, побежали. Как-то неудачненько упало. Вот это удачненько.
прям вообще удачненько. Давай. Ухнем. Оп, 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 оп. Так. Ну теперь наша база начинает походить на базу. Такая тавтология получается. Извините. Продолжаем. Так, я думаю, что вот здесь мы еще сделаем ворота. И продолжим чистоколом. Так, тут нам нужна вот эта штука. Ну, имеется в виду кирка. Отлично. Так. Да ладно. Я ж столько дерева принес. С деревом вообще, конечно, запара получается полная. Кстати, интересно, у нас стамина все еще растет? Не заметил я, полоска повышается все еще или нет у нас? У нас там вон в воде бревна плавают справа. Но это как бы уже дело техники. Сейчас главное построить оборону. Насморк надоел уже, если честно. Со вчерашней ночи весь день вот он у меня, я записываю подряд вам серию уже третью, и насморк не отступает, хоть вроде и выпил таблетки. Просто сразу срубим еще дерево, забьемся деревом под завязку, потому что нам надо будет дерево на руду. Ну, кстати, уже скоро забьемся. Вот почти уже. 29-й навык рубки дерева, но это капец, конечно. Так. И поехали дальше. Тут нам надо поднять землю, да, насколько я понимаю. Ну, не везде получилось идеально ровно, конечно, я могу сказать, но
с этим уже ничего не поделать. Так. Вот так. Здесь мы делаем, значит, ворота. Вот выходим, вот здесь тогда мы сделаем их. Вот так. Ну, пусть будет так. Так, есть у меня одна идейка еще. Если мы делаем вот так, то мы можем пол дальше строить? Нет? Нет, не можем. К несчастью, не можем. Но мы можем его вот так поставить. Можем же? Да, можем. Тут нам надо какие-то опоры, видимо, либо просто землю поднять, да? Камень нужен. Не вопрос, сейчас сделаем. Сейчас увидите, что я придумал. Поймете задумку. Думаю, получится прикольно. Так, тут у нас же больше... А, вот камень у нас, кстати, есть на территории последней. Я хочу сделать, в общем, такую штуку, типа, как пирс. Чтобы на корабле прям нам подплывать было комфортно. И будет все. Красиво. Опять камень. Да вы угораете, а. Вот же у меня камней тут. Гора. Кстати, надо закрыть ворота, чтобы к нам... гости не ходили. Так, ну факелы я потом переделаю. Так, продолжаем. Да ладно, столько камней надо? Вы издеваетесь. Хорошо, что у меня запасы были камней. И да, опять камней нет. Ну что ж, ну, в общем, вы мою задумку, я думаю, поняли. Что я хочу сделать? Так, тут надо у нас выровнять теперь.
чтобы это все покрасивее было. И вот таким образом, то есть мы будем садиться на наш корабль и уже отсюда отплывать. Так, ну привет. Знаете, а так с кулака вынесу. Не видишь, я занят. А ты мешаешь. Так, 6. Дерева опять не хватает, да? Блин. Угу. Пошел рубить, блин, а топор не починил. Ну, в общем, должно быть достаточно красиво это все выглядеть, то есть по моей задумке. По крайней мере, не знаю, получится это до конца сделать или нет. Но я на это очень надеюсь. Не знаю, может быть, потом какая-нибудь пристань откроется, либо еще что-нибудь. И второй верстак поставил специально на улице и забыл про него. Побежал в дом. Так, ну выглядит уже прикольно. Не то, что была раньше база без окон, ну, с окнами, с дверьми, но без забора. А с забором уже более как-то цивильно. Так, на шестерочку, да? А дальше все, да? Ну, хотя бы так. В общем, вот сюда подплывать на корабле. А вот, кстати, у нас второй верстак срабатывает. И у нас дальше можно, по идее, строить, но нету дерева. Ну что ж, дорогие друзья, я думаю, вы поняли мою задумку. Для этого я поставил второй верстак, чтобы мы могли с вами за пределы, то есть построить такой вот причал. И с этого причала мы уже будем садиться на корабль и отплывать. Тут я, не знаю, какие-нибудь сваи поставлю, я думаю, чтобы упор был. И будет все красиво, либо просто продлю землю. Но это мы с вами уже попозже как-то разберемся с этим вопросом. Сегодня у нас была задача в этой серии получить медь, с чем мы и благополучно с вами справились. Также угля вот нам надо было. Уголь у нас сразу же пойдет тут сюда, вот пусть он здесь лежит всегда. Уголь здесь пригодится. Так, а это что такое? Это холщовая туника. А откуда она здесь? Это, видимо, я где-то случайно ее подобрал. Так, тут мы все с вами сделали. Так, тут базу нашу огородили. Я ее украшу факелами также различными. И не только. И в дальнейшем уже мы с вами продолжим прохождение. Я даже думаю, что не стоит пока что никуда переезжать. Просто будем развиваться дальше здесь. Увидимся в следующих сериях. Подписывайтесь на канал, если вы все еще до сих пор этого не сделали. Также не забываем поставить ваш королевский лайк под этой серией, если вам понравилось данное видео. Ну и, конечно же, королевский дизлайк, если серия вам не понравилась. Увидимся в следующих сериях. В
вступаем также в группы ВКонтакте, Одноклассники и Фейсбук. Ссылочки вы найдете под описанием. А если вы хотите попасть в чудо-список справа сверху, который вы наблюдаете, то может сделать любое, даже самое небольшое, просто чисто символическое пожертвование каналу на развитие. Буду очень благодарен. Всем спасибо. Увидимся в следующих сериях. Пока!